Всех привет, водный путь, река Йордан, Рио-де-Нубио, Руссия. Вот это уже 10-й ролик, думаю, интересно. Ну, это 5 и 3 и 1. Вот должен объяснить Петя, двуродная сестра, 5, вот это те члены Совета Безопасности с права вето, ну, они продали себя Западом, а моего отца все свое имущество, которое он унаследил, ну, большая часть, имею в виду, от свою маму. Я думаю, все, что он наследил от мамы и своя сестра, он подарок сделал у нее. И не только того, а многие раз он деньги дал в долг, но она никогда не возвращала. Так как, если вы хотите знать, что происходит с те государства, вот, которые мы уже объяснили, наши предатели, плюс все враги Запада в тот Совет Безопасности ООН, вот что происходит. Может быть, они не хотят это возвращать. А возвращать никто не спрашивал. Мы только от них ожидали поддержка, такая, какая, которую они не дали, потому что они вместе с Западом, с предателями и все остальное всегда как обманывали нас. Да. Вот это одно, еще другое должен я сказать. Вот, извините, были две вещи, которые я хотел объяснить. Это 5. И еще то, что для мой дед там объяснял. Что было там другое. Птицы мешают, блядь, какие. Дед все. Да. А он умер от инфаркта церебрального, это называется инсульт, а это на испанский, когда кого-то обижаешь. Обида, когда отправляешь обидные слова, это инсульт. А вот у нас славянских языков это, думаю, не только в Болгарии, это церебральный инфаркт, когда с мозги что-то там, капилляр испортится, да. Что он там занимался, да, он так, ну, и что-то другое было, будем уже в будущее и другое объяснить. Сейчас пересмотрю опять этот ролик, где та информация пришла, чтобы я должен это отреагировать на нее и лучше объяснить, но мешает меня здесь все.